Погода благоволит дорожникам. Строительный сезон в этом году однозначно начнется раньше. В области планируют отремонтировать 71 километр дорог. С марта началось обследование дорожной сети региона. Параллельно идут работы с применением холодной и литой асфальтобетонной смеси. С начала года уложено 730 тонн асфальта. На апрель придется ямочный ремонт и ремонт дорожными картами. Что касается областного центра, то в этом году на ремонт дорог он располагает неплохим финансовым потенциалом. Бюджетом города на эти цели предусмотрено 125 миллионов рублей. Дорожный фонд выделил 17 миллионов рублей, а потом еще 200 миллионов рублей. Глава администрации пообещал в первую очередь отремонтировать разбитые дороги с интенсивным движением, такие как Наговицыной и Кремистовой, участок на улице Свободы от Носова до Шувандиной, переулок Торфяной. Мы практически завершим ремонт автомобильных дорог, по которым идет транзитный транспорт. Это предусматривается ремонт на улице Минской, на участке от улицы 8 Минеевской до улицы Якова Горелина, улица Рафаковская на участке от фабричного проезда до улицы Кузнецова, улица Кузнецова, это участок от улицы Сахарова до улицы Старокурьяновской и Старокурьяновская улица. Эти работы необходимы для того, чтобы в том числе и пустить тот транзитный транспорт, который появится в связи с тем, что будет закрыт на ремонт мост между Бельницами и Авдотином.